Сегодня мы будем готовить очень вкусные, самые любимые грибочки на костре. Грибы мы выбрали шампиньоны. Что нам нужно? Нам нужно развести костер. Но так как я мангал сегодня не взял, мы будем готовить на рельсах. Рельсы у нас будут как мангал. Это заброшенная ветка. Тут никто давно не ездит. А рельсы нам как раз подойдут. Шампура я взял, а мангал забыл. Разводим огонь. Берем наши шампиньоны. Тщательно их промываем. Хорошо их моем. Обрезаем все, что на них есть лишнее. Я обрезаю еще ножки. Ну как, края ножек. Вот как на видео. Обрезаю все черное, что есть. Добавляем потом немного майонеза, немножко соли и молотой сушеной паприки. Все это дело мы тщательно перемешиваем. Мешаем хорошо. Желательно, чтобы после того, как мы перемешаем, оно еще постояло хотя бы минут 10. Когда грибочки наши постояли, мы их нанизываем на шампура. Аккуратно нанизываем. Если грибы маленькие, то они могут треснуть, ну и просто потом уже развалиться. Так что делаем все аккуратненько, никуда не торопимся. Поезд у нас никуда не уезжает. Все аккуратно делаем, чтобы ничего не падало. Не спешим. Все, еще один шампур у нас помещается. Огонь у нас пока догорает, пока мы все это дело нанизываем. Остаются угли. И жарить мы будем как раз на углях. Все, вот так вот это дело выглядит. Рельсы очень обалденно нагрелись. От них тоже жар нереально исходит. Как от углей, так и от рельсов. Жарится все это дело очень быстро. Буквально по несколько минут с одной стороны. Вот видите, мы переворачиваем, и они уже подрумянились. Грибы очень сочные, постоянно с них течет сок. Один раз перевернули и потом еще повторили процедуру эту. Тоже пару минут каждая сторона. И так по два подходика примерно. Подкидываем несколько веточек, чтобы был небольшой дымок. Грибочки прокопчиваются и получается очень-очень вкусный аромат. Все, вот наши грибочки и готовы. Все ароматное, все сочное. Употреблять желательно, когда они немножко постоят. Они набирают вкуса и аромата. Всем приятного аппетита!